Это конец. Зелена, кстати, удивилась, что мне на вокаин там прописали. Хотя сейчас сделать надо лидокаин. Она меня спрашивает, разве у тебя болит нога? Я говорю, когда я хожу, нога не болит. Запомните, никогда, никогда не проходите этот уровень, потому что на нем 70% вообще невыносимые. Их практиковать смысла на 60 герцах нет. Сотни сливов там на 70% с нуля, сотни сливов в день, и оно того не стоит вообще. Поэтому я включил байпас и прошел на 75 FPS. Чтобы вы понимали. Все попытки, которые вы видели там, это все на 75 FPS произведены. Остальные были произведены на 60 FPS на моих настоящих кроссовке. Я слился на 84, на 86, я слился на 91% и на 94%. И около 304 раз, я честно, я без преувеличения говорю, я слился на 70%. Это, ну, в основном там, где идет переход с корабля на шарик. Поэтому я воспользовался байпасом, я это терпеть не могу. Все. С этим уровнем я покончу. Все. Следующий инсейн демон ждите без байпаса. Это, скорее всего, будет Fiber, Байшок, Седан. Вот там мне байпас не пригодится. Там багов нет, там все нормально. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.